Да зачем нужна эта математика? Таким вопросом задаются не только дети, которым лень делать уроки. Как наладить учебный процесс, чтобы знания того или иного школьного предмета пригождались не только на экзаменах, но и в реальной жизни? Об этом говорили педагоги, которые собрались в Чебоксарах на Всероссийскую научно-практическую конференцию. Если личность гармонично развита, то она вовсе не личность. Если ученик получает одни пятерки, то, вероятнее всего, ему трудно будет определиться со специальностью и выбрать жизненный путь. Вот такие неожиданные высказывания звучали со сцены Дворца детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Там в эти дни проходит Всероссийская конференция под сложным названием «Компетентностные практики образования и учет индивидуальных достижений». У нас принят федеральный государственный образовательный стандарт в школах, и впервые, кроме предметных результатов, ну вот как обычно мы понимаем по математике, по физике, то, что ребята пишут ЕГЭ, да, по химии, введены такие компетентностные личностные результаты. То есть каждый человек, который кончает школу, он должен еще обладать какими-то определенными компетентностями важными, и вот личностные результаты, то есть в чем-то должна быть именно, так сказать, прибавка к его личности, да, вот что-то он должен уметь. И вот вся конференция как раз посвящена этому. Название конференции сложное, а вот цель очень простая и понятная. Как сделать так, чтобы выпускники российских учебных заведений могли применять знания в жизни? Очень часто люди говорят о том, что и так было замечательное образование, зачем что-то менять. Да, действительно, в российском образовании было очень много сильных сторон, но какие-то стороны точно не соответствуют, вот понимаете, такому времени сегодняшнего дня. В частности, вот что человек должен уметь, вот что он должен уметь в любой новой ситуации, в любой сложной ситуации, да, какой-то нетипичной. Конференция, посвященная компетентностным практикам, событие уникальное. Поговорить на эту тему эксперты и педагоги из различных регионов собрались впервые. И Чебоксары выбраны местом проведения мероприятия не случайно. Тематика конференции достаточно злободневна сегодня. И то, что в городе Чебоксары, как, в общем-то, столица Чувашской республики, проводится конференция, где обсуждается компетентностный подход в обучении, в общем-то, считается заявкой на то, что город Чебоксары в ближайшее время будет флагманом развития вот этой вот тематики вообще в российской системе образования в целом. Специалисты отмечают, возможно, уже нынешнее мероприятие приблизит российскую школу к тому, что из ее стен будут выходить подготовленные к жизни ученики. А итогом работы конференции станут реальные разработки, идеи и методические пособия. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.